Всем привет, ребята, с вами по-прежнему Бабай, и рубрика Trash Flash продолжается. Я долго думал, как ее улучшить, как ее сделать такой, как я бы хотел. Ничего в итоге не придумал, так что работаем по старой схеме. У нас три игры. Игры мы будем выбирать теперь рандомно, потому что все же, наверное, какое-то мое предвзятое мнение при выборе игры есть. Ну и чтобы не затягивать слишком сильно видео, будем стараться ужимать его в минут 15-20, наверное, откажемся от оценок. В общем, приятного просмотра. Что же мы сегодня поиграем? Я закрываю глаза и рандомно тыкаю на любую игру. Посмотрим, что из этого получится. Так. И вот, что это? Это вот этот красный мальчик и синяя девочка. Да, получается? Ну, окей. Но мне кажется, это игра на двоих. Надеюсь, ее можно играть одному. Ну, это стандартный огонь и вода. Так, и теперь мы играем за огонь. Ну, как бы, да, это прикольно. Это круто играть на двоих. Одному это играть не так интересно. Первый уровень пройден, идем дальше. Так, красненький собирает красные кристальчики и ходит по красным точкам, я так понимаю, на синюю штуку мне нельзя вставать, на этот синий ручеек. Скорее всего, да. Поэтому рисковать я не буду. Так, надо перепрыгнуть. Ну, как бы, да, прикольно, прикольно. Это, ну, по факту, это крутой тип игр сам по себе. И эта игра не исключение, но играть одному достаточно скучненько, мне так кажется. Хотя, надо иногда включать мозги. Ага, вот тут уже посложнее получается. Тут надо поменять героя. Вот так. Теперь опять меняем персонажа. Тут должна быть какая-то кнопочка, чтобы менять персонажей, не нажимая вот эту штуку. Но, походу, ее нет, так что придется вот как-то вот так. Ай, не успел. Ну, ладно, не успел, так не успел. Так, хорошо. Теперь вот так. Ну, что я могу сказать? Игра прикольная. И залипнуть в нее можно, и можно даже залипнуть достаточно надолго. Но одному играть это не очень интересно. Ну, лично для меня. Хотя, вполне возможно, что пройдя несколько миссий, ты увлекаешься геймплеем и тебя стягивает дальше. Не хочу задерживаться, игра хорошая. Советую, а мы переходим дальше. Мы опять на главной странице. Я кручу, верчу, запутать хочу. И пусть это будет. Я вот так еще подергаю. Вот так. Что там? Игры паркур. Но это же, мне кажется, подвид. Ну да, это подвид. Ладно, пусть будет. Игры паркур, так игры паркур. Еще раз крутим мышкой. Так. И вот, пусть так будет. Что это у нас? Паркур. Удивительно, но в рубрике «Паркур» мы нашли игру, которая называется «Паркур». Чё, ничего себе, катсцена даже. Так, Space прыгать, стрелочками бежать, S это спрей. Хорошо. Ну, слушайте, здесь достаточно Так, я чё-то ничего не понял, а где звук? Типа это все круто, но хотелось бы, чтобы хотя бы какой-то звук был. А чё-то я не понимаю. Надо быстрее реагировать. Быстрее прыгать. Я понял. Хорошо. Непонятно просто, какие текстуры я должен перепрыгивать, а какие стоят передо мной. Да, вашу мать. Нет, ну правда, вот хрен поймешь, где я должен прыгнуть,
а где какой-то элемент стоит передо мной. Хорошо, что-то я там собираю. Я еще должен что-то рисовать, походу, да, где-то? Окей, сейчас я постараюсь где-то оторваться. Ну вот, например, вот здесь. Ну, типа... А, бесит. Ладно. Еще одна попыточка. Хорошо. Давай, парень, быстрее. Тебе надо еще хотя бы одно граффити где-то нарисовать. Так. Да господи, да прыгай ты же. Как он тупо застревает на каких-то различных элементах. Это просто пипец какой-то. Ну вот, блин, ну вот как понять, где стоит, блядь, текстура, а где предмет стоит? А, бесит, сука. Тупо непонятно, где я должен прыгать, а где я должен, блядь, просто бежать. Твою мать. Это сложно, но это сложно не из-за того, что там какие-то сложные перепрыжки, миссии. Ну, просто из-за того, что по-дебильному сделан, блядь, уровень. Хорошо, вроде бы я немножко оторвался от ментов. Давай. Хорошо. Давай где-то вот здесь сейчас нарисуем что-то. Отлично. Рисуй. Я не успел дорисовать до конца. Ладно, последняя попытка, но мне эта игра не нравится. Только из-за того, что она очень по-дебильному реализована. Типа вот эти вот заминки, не пойми где, когда и зачем, это дичь. Ну вот что это за хуета? Нет, в пизду, блядь. Уровни спроектированы какими-то дегенератами. В смысле, блядь, ну почему нихера непонятно, какой предмет стоит вот ближе к камере, какой стоит на уровне персонажа, которым ты играешь, и ты тупо бежишь, блядь, непонятно куда и зачем. Упираешься в какие-то непонятные моменты. Вполне возможно, кстати, что я еще и с собой перекрываю часть геймплея. Поэтому надо сделать себя поменьше. Нет, я с собой вроде бы практически ничего не перекрывал. А может и перекрывал, я сделал себя поменьше, чтобы, если в предыдущих моментах вы не поняли, где что и как здесь работает, то сейчас вы должны все увидеть наглядно. Ну... Блин, это какая-то хуета. Вот правда. Вот чё это, блядь. Как ни странно, спустя херовую дюжину попыток, когда ты изучил карту, у тебя начинает что-то получаться. Так, хорошо. Бежим вперед. Чё-то там где-то... Даже вроде получается оторваться. Да, сука, не застревай, блядь. Ублюдок ты сраный. Но тут как бы вроде новый рекорд должен быть. Хотелось бы до конца дорисовать граффити на самом деле. Но если, блядь, он будет запарываться вот так на каждом моменте, то никакое граффити, блядь, никто не нарисует. А сейчас рисовать, мне кажется, слишком, блядь, рано. Да, блядь. Очень по-ебаному сделаны, блядь, текстурки в этой игре. Да и почему-то теперь, блядь, все темное. И светлый участок, сука, только там, где я не бегу. Давайте вот здесь я попытаюсь что-то нарисовать. Я не знаю, потому что меня уже достало это. Я опять не успел. В пизду, короче. Не, это какой-то трэш. Это, блядь, жопа. А мы с вами идем дальше. И я опять закрываю глаза и кручу. Вот так, в эту сторону, в эту. Вот что-то вот так.
Войны мир танков. Окей. Есть одиночная игра, есть возможность играть с другом. Супер. Давайте посмотрим, что это. Ага. А как стрелять? Я не понял, как стрелять. Да подожди ты. Так, подожди, дай я пойму, как стрелять. Я понял, как управлять, но я не понял, как стрелять. Ладно. Он меня убил, хорошо. Так, мне надо посмотреть, как играть. Опачки. Ай-яй-яй. Ну и быстрые здесь танки, конечно. Я сам в себя попал. Так. Слушайте, а это сложно? Так. Блин, практически убил. Еще разок, хорошо. Хорошо, ну же. Да, господи, да стреляй ты. Еще один раз надо попасть. Только не по себе, а... Отлично. Это уже успех. Мы умерли вместе. Слушайте, это сложно. Вот правда. Так, и еще здесь есть перезарядка. Что я понял не сразу. Да, и пульки здесь летают до тех пор, пока не попадут в цель. Да сука! Нет, это прям сложно. Ну, действительно прям сложно. Но я хочу победить. Так, надо сваливать. Надо его как-то в ловушку заманить. Вот типа вот так. Но он попал, я не попал, блин. Это сложно. Вот прям сложно. Либо я какой-то немощный ублюдок. Хорошо. Успех. Давайте-ка я еще один уровень сыграю. Блин, прикольно. Так. Тут уже... неприятненько получилось, но ничего страшного. Можно как-то вот... Так, ай, я сам принял все пули в себя. Ужас. Сука, сложно управлять. Ну все, последняя попытка, но блин. Эта штука мне понравилась. Он всегда попадает. А я никогда не могу попасть. В этом вся проблема. Блять, я в себя попадаю чаще, чем в него. Короче, почти получилось, ребятки. Но, увы, почти не считается. На этом на сегодня все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Надеюсь, игры вам понравились. Название всех игр вы сможете найти в описании под этим видеороликом. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели увидеть в этой рубрике. Возможно, у вас есть какие-то нововведения, и как бы вы хотели ее улучшить. И я обязательно прислушаюсь и что-то из этого внедрю. Возможно, даже все посмотрим. Еще раз всем спасибо, не забывайте про лайки, подписки, комментарии и увидимся завтра. Всем пока!